Из глубокой древности дошла казахская народная музыка до наших дней. Истоки казахской традиционной музыки лежат в культуре этносов, населявших в древности обширную территорию евразийских степей. Казахские народные инструменты отличают глубокое, низкое, мягкое и бархатистое звучание. В музыке казахов передаются мотивы, окружающие их природы, улавливается шорох трав, звон ручейков и звуки степей. В народном представлении инструменты – это носители мирового порядка, а игра на них поддерживает равновесие космических сил. В древности у кочевников были широко распространены ударные инструменты, такие как даул-пас и шиндауэл, которые применялись при охоте, во время религиозных обрядов, при извещении о предстоящих кочевках и во время военных походов. Если корпус даул-паза изготовлялся из цельного куска дерева, то шиндаул делали из металла. Лицевую часть инструментов обтягивали верблюжьей или козьей шкурой. Корпус инструментов украшался национальными орнаментами. Дабыл использовался как сигнальный инструмент, который извещал о приближении врага. Его громкий и сильный звук был слышен на несколько километров. Дабыл обычно подвешивался на треножниках из шестов или копий. Одним из ударных инструментов шамана была дангара, представляющая собой ободок, обтянутый кожей, внутри которого были навешаны металлические цепочки, колечки и пластинки. Низкие звуки, которые издавал этот инструмент, переносили шамана в иной мир духов, благодаря чему он мог лечить людей. Помимо ударных, существовали и шумовые инструменты, которые в основном применялись во время охоты. Сделанный из дерева зарылдауык помогал поднять уток из зарослей тростника. Сакпан также использовался во время охоты, но особенно часто он применялся в быту. Этот инструмент состоял из деревянных пластин. Им отпугивали птиц от посева, пастухи загоняли ягнят в отары. Особый класс народных музыкальных инструментов составляют духовые инструменты. Муиссырнай изготовляли из рога, в котором проделывали несколько отверстий. Он отличался пронзительным звуком и применялся в походах как сигнальный инструмент. Одним из широко распространенных духовых инструментов был сабызгы. Применяя технику передувания, сабызгыши извлекал из инструмента 20-25 тонов. Специфический шипящий звук рассекающегося о край трубки воздуха, таинственный горловой призвук исполнителя и богатый собственными обертонами и призвуками голос сабызгы создавали неповторимую степную гармонию. Он изготавливался из полого стебелька тростника, костей, металла и дерева. Доступность материала и простая форма данного инструмента способствовали его широкому распространению среди казахских народных музыкантов. В далеком прошлом, в среде батыров, охотников и воинов, владение сабызгы считалось обязательным. Трепетный звук сабызгы звучал на летних пастбищах, на праздничных мероприятиях, при приезде почетного гостя. Thank you.
асатаяк являлся одним из главных атрибутов шамана Баксы. Инструмент представлял собой деревянный посох с плоской головной частью, на которой подвешивались металлические кованые пластины и завитки в виде рогов. При встряхивании они издавали таинственные бряцающие звуки. Асатаяк использовался в целях сопровождения ритуальных танцев. Асатаяк имел различные формы. Одним из древних казахских духовых музыкальных инструментов является саз-сырнай. У саз-сырная было несколько названий, которые отображали те или иные качества инструмента. Инструмент под названием «Искирюк» был своего рода игрушкой для детей, который развивал в них музыкальные способности и в то же время являлся оберегом. Своими формами они повторяли формы животных или птиц. Изготавливали саз-сырнай из глины для прочности, смешанной с шерстью. Он представлял собой небольшие полые сосуды с несколькими отверстиями. Этот инструмент по форме напоминал куриное яйцо размером с кулак. В корпусе делались 4-6 игровых отверстий. Это давало возможность воспроизводить несколько песенных мелодий в среднем регистре. Название казахского музыкального язычкового инструмента «шанкобыз» было широко распространено в различных вариантах во многих тюркских языках. Изготавливался шанкобыз, или как его еще называют в народе шанкаус, из металла, дерева или кости. В старину шанкобыз был излюбленным музыкальным инструментом шаманов. Совершая обряды, шаман при игре на шанкобызе мастерски имитировал звуки природы. Также звуки шанкобыза могли сопровождать кочевье, баюкать младенцев в колыбели. Техника игры на шанкобызе была достаточно проста. Инструмент прижимали к зубам, рот при этом служил резонатором, и, ударяя пальцами по крючку, приводили язычок в состояние вибрации. Различная высота звука достигалась сменой положения языка исполнителя. Шанкобыз состоял из кованой железной дуги, в середине которой был прикреплен язычок в виде стальной пластинки с крючком на конце. Звук шанкобыза отличался большим количеством обертонов, что придавало ему сходство с человеческим голосом. Еще один древний казахский инструмент – это семиструнный щипковый жетыген. Классический жетыген имел 7 струн, а современный, реконструированный – 15 струн. Жетыген отличается мягким, певучим звучанием. Раньше роль колков выполняли осыки, надкопытные кости овец. Древний тип жетыгена представлял собой продолговатый ящик, выдолбленный из куска древесины. На таком жетыгене не было ни верхней дейки, ни колков. Позднее верхняя часть жетыгена была накрыта деревянной декой. Струны натягивались рукой с наружной стороны инструмента. А
происхождении Житыгена существует легенда о старике, который лишился семерых сыновей. Когда один за другим они начали покидать этот мир, убитый горем старик выдолбил кусок иссохшего дерева и начал натягивать струны, посвящая каждую своему погибшему сыну. С каждой новой струной он сочинял новую мелодию, полную скорби, в которой отражал образ своих детей. Когда умер последний сын, старик натянул седьмую струну и сыграл кюй, который отражал горе от утраты семерых сыновей. Таким образом, появился на свет уникальный музыкальный инструмент житыген. История кобызового исполнительства связана с религиозно-магическими ритуалами баксы-шаманов. Кобыз служил средством общения баксы со своими духами-помощниками – аруахами. Строение и название частей кобыза олицетворяли свойственную шаманским представлениям трехуровневую модель Вселенной. По легенде, кобыз создал великий шаман исказитель степей Коркыт. Он с молоду не мог примириться со скоротечностью человеческой жизни и бежал от смерти. Оседлав своего верблюда, Коркыт ушел от людей, но где бы он ни находился, ему всегда встречалась смерть в том или ином обличии. В одиноких терзаниях Коркыт выдолбил из куска дерева первый кобыз и начал играть на нем, чтобы выразить свои страдания. И, услышав звуки кобыза, смерть замерла и не смогла подступиться к Коркыту. Благодаря кобызу Коркыт прожил до глубокой старости, но однажды, когда он перестал играть на нем, смерть подобралась к нему в образе змеи. С тех пор наследие Коркыта наделяется чудесной магической силой. Простой народ боялся прикасаться к этому инструменту, считая, что кобыз обладает чудесной волшебной силой и способен оказывать воздействие на судьбу человека. Кобыз делали из цельного куска дерева. Согласно древним верованиям, только в цельном куске сохранялась живая душа дерева, которая звучала в инструменте. Основание делалось в виде открытой чаши, вытянутой к низу. Эта нижняя часть инструмента затягивалась кожей. На ней устанавливалась подставка тиек. Две струны колкобыза, каждая из которых состояла из 50-60 конских волосков, при соприкосновении со смычком издавали целую гамму обертонов. Колорит и густота звучания инструмента во многом зависели от силы прикосновения смычка, а также от высоты звука, при котором обертона звучали то гнусаво, то пискляво, то бархатно густым сочным тоном. Согласно преданиям, кобыз и кобызовая музыка могли изгонять злых духов, болезни и смерть. На кобызе внутри корпуса и на широкой головке подвешивались металлические кованые пластинки, завитки, колокольчики, которые при встряхивании инструмента создавали особый фон. На дно чаши зачастую помещали зеркало. Все это было не просто украшением, а шаманскими символами, которые несли в себе обережные функции. Этот уникальный инструмент мог вызывать дождь. Игра на нем исцеляла людей и животных. Но постепенно судьба кобызовой традиции стала угасать в связи с социально-экономическими изменениями в кочевом обществе казахов.
Самым распространенным и излюбленным инструментом народных музыкантов была дамбра, которая имела множество разновидностей. Шинкельбек был одним из них. Детский двухструнный щипковый инструмент с мягким звучанием изготавливался как из цельного куска дерева, так и собирался из отдельных кусков древесины. Одной из особенностей домбрового исполнительства была сольная форма игры на инструменте, которая способствовала выдвижению ярких личностей в различные исторические эпохи. Искусство каждого кюйши и его стиль отличались яркой индивидуальностью, характерной манерой исполнения, определенным арсеналом средств музыкальной выразительности и разнообразием тематики домбровых кюев. В руках опытного исполнителя домбра способна передать все оттенки состояния души и переживаний человека. Домбровое исполнение нередко сопровождалось кукольным театром Ортике. Для этого мастера изготовляли специальный помост с фигурой горного козла, который благодаря специальным ниткам танцевал в такт кюе. Домбра являлась как аккомпанирующим, так и сольным инструментом. Ее делали из древесины твердых пород. После того, как материал был готов, начинался кропотливый процесс создания множества деталей домбры, каждая составляющая которой играла свою важную роль в звучании будущего инструмента. Зачастую корпус домбры снаружи украшали резными узорами. Изготовление деки для домбры было очень кропотливым процессом. Погрешность даже на 1 мм могла привести к неприятным изменениям звучания инструмента в будущем. Лишь благодаря своему уникальному звучанию домбра остается народным инструментом. В разных регионах обширного Казахстана домбра в соответствии с местными условиями, традициями и манерами исполнительства развивалась по-разному. Отсюда и такое разнообразие видов этого инструмента. На домбре традиционно использовались жильные струны, изготавливаемые из бараньих или козьих кишок. Наилучшими качествами обладали струны из кишок двухлетней овцы. Такие струны давали низкий звук и, соответственно, низкий настрой, характерный для народной музыки. Нежная, мягко-певучая и бархатная звучность домбры сопровождала казаха всю жизнь. Помимо домбры, был также щипковый трехструнный инструмент щертер. На щертере играли так же, как и на домбре, но при этом щертер был намного меньше нее. Он имел короткий гриф без ладов и отличался более сильным звучанием. Щертер использовали преимущественно для сопровождения кюев, сказаний и легенд. Поэтому он был распространен среди пастухов. Тембр звучания щертера зависел от свойств кожи особой обработки, которой обтягивалась лицевая сторона инструмента.
Внешне щертер напоминал кобыс. Его также изготовляли из цельного куска древесины, придавали ему изогнутую форму, а корпус обтягивали кожей, натягивая струны из конского волоса. Использовался природный материал, казахские народные инструменты звучали естественно и органично. Люди обращались с инструментами как с живыми, через них не переступали, не трогали без спросу и верили, что инструмент мог говорить и помогать. На протяжении многих веков мастерство, секреты изготовления и игры на музыкальных инструментах передавались из поколения в поколение.